Иван, повелитель боли. Ай, повелитель боли, давай. Брайан и Дову. Правда ли, что однажды Бенедикт Хёведа съехал в машине с профессиональным гонщиком и попал в аварию? Неправда. Боль. Правда ли, что Александр Коломейцев, впервые приехав в Москву, жил в автобусном парке? Неправда. Чего? Боль. В каком еще автобусном парке? Ай, оно было реально горит, только все правда было бы легче. Правда ли, что до Евро-2016 Эдер работал с психологическим ментором из банковской сферы? Зачем ты добавил банковскую сферу, чтобы меня запутать? Правда? Правильно. Yes! Правда ли, что Тарас Михалик участвовал в чемпионате мира по футболу среди военнослужащих? Черт, неправда. Боль. Я уж хотел сказать правда. Правда ли, что Федор Смолов участвовал в рэп-баттле Versus в качестве судьи? Почему я перестал смотреть после 4 выпусков? Сейчас мне было бы легче. Федя был на Версусе. Так, дай подумать. Шанс хороший. Неправда. Правильно. Федя на Версусе, что издевается? Правда ли, что Игорь Денисов однажды проехал на мотоцикле от Петербурга до Владикавказа? До Владикавказа? Неправда. Правильно. Правда ли, что Владислав Игнатьев закончил школу с серебряной медалью? Правда. Боль. Правда ли, что в честь Ведрана Чёрлуки названа улица в Запрешиче, где он дебютировал в профессиональной карьере? Правда. Боль. Нет? Нет? Как они назвали в честь его? А в честь кого-то называть улицу, если не в честь Чёрлуки, я понять не могу. Правда ли, что Ведран Чёрлука стал первым игроком из РПЛ, попавшим в заявку на финал чемпионата мира? Первым игроком из РПЛ, сыгравшим в финале чемпионата мира. Я ставлю, что... Чёрт, так. Неправда? Можно поменять этот ответ на 2 вопроса с Чёрлука местами? Спокойно. Правда ли, что рекордная сухая серия Никиты Медведева в 1034 минуты прервалась из-за обидного автогола? Честно говоря, как мы ему не забили и не получили ужин от Руслана Нигматуллина, мне стало... Даже не следил за этой серией больше. Так что буду просто гадать и скажу, что это... Неправда. Правильно. Yes. Эй, Иван, траваху, тихо, спокойно. Эй, Иван, I'll see you after. I'll see you after, Иван.